Как вы думаете, какой самый большой крокодил в мире? Самый большой вид крокодилов считается гребнистый. Самцы крокодилов этого вида имеют длину около 7 метров, а весят они тонну. Самый большой в мире крокодил был обнаружен на Филиппинах. Длина самого большого крокодила составляла 6,17 метра, а вес был больше тонны. Самые большие крокодилы в мире в основном обитают в водах Австралии, Индонезии и Новой Гвинеи. Этот вид крокодила был назван гребнистый из-за двух гребней, которые можно найти возле глаз крокодила. Цвет у этого крокодила бывает разный. Если крокодил еще молод, то он имеет светло-желтую окраску. Старшие особи имеют темную окраску и светлое брюхо. Гребнистые крокодилы водятся в пресноводных водоемах. Они также могут приспособиться и к соленой воде. Даже акулы могут уплыть при встрече такого крокодила. Питаются эти крокодилы рыбой, птицами, небольшими рептилиями и крупными насекомыми. Взрослые особи могут есть черепах, варанов, крабов и змей. Были случаи, что крокодилы охотились на домашний скот. Крокодил охотится поздно ночью. Именно в это время они незаметны. Крокодил имеет сильную челюсть, что способен раздробить череп своей жертвы. Если жертва крупная, то крокодил пытается затащить ее в воду. Пойман самый большой крокодил на Филиппинах. Сначала местные жители заметили, что у них стал пропадать скот. Затем люди стали исчезать. Через какое-то время люди смогли увидеть самого большого крокодила в мире. Местные жители смогли с трудом поймать крокодила, но как у них это получилось, они умолчали. Пока неизвестно, являлся ли этот крокодил людоедом. Потому что в Филиппинах обитает много хищников, которые способны съесть даже человека. Сейчас численность крокодилов больших размеров резко сокращается. Поэтому филиппинцы не стали убивать пойманного гребнистого крокодила, несмотря на то, что его кожа очень ценится на мировом рынке. Все чаще можно встретить фото самых больших крокодилов. Но на сегодняшний момент филиппинский крокодил считается самым большим крокодилом в истории. В феврале 2013 года филиппинский крокодил по кличке Лоланг скончался. Лоланг был занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый крупный гребнистый крокодил в мире. По оценке биологов, хищнику было больше 50 лет. После смерти Лоланга самым большим гребнистым крокодилом в мире стал австралийский крокодил Кассиус, длиной 5,49 метра. Также в Таиланде живет 6-метровый крокодил-гибрид, Яя, весом более 1,1 тонны.